Всем привет! Вы на канале Мирослав ТВ. И сегодня я хочу показать конструктор Банчемс. Короче, конструктор липучка. Здесь в наборе на 400 штук я нашла вот такие вот классные репейнички. Кстати, этот набор я приобрела в магазине «Детский мир». Вот, такие вот репейнички. Вот так вот они склеиваются, не падают. В этом наборе я нашла также инструкцию. Ну, это не совсем инструкция, это скорее такой буклет. Там, где написано, как собирать. В общем, он огромный. Сейчас я вам его получше покажу. Вот он огромный. Вот, кстати, такого мишку я пыталась собрать. И вот что у меня вышло. Но чуть-чуть похоже. Так, вот такая вот большая инструкция. И также много аксессуаров. Вот, много-много-много здесь. И крылышки какие-то, шляпки, улыбки вот страшные. Ноги. Одни поменьше, другие побольше. В общем, много-много всего еще. Корона. Ребята, корона. Это круто. Вот. Сейчас я поставлю лего-человечка для сравнения вам. Насколько большой получился медведь. Вот. Вы представляете, какой он большой? Он тут 15 сантиметров, не меньше. Вот. Очень мне понравился. Я его делала в районе 40 минут. Если вы хотите посмотреть, как же сделать такого медведя, обязательно поставьте лайк. И когда мы наберем 40 лайков, я сниму видео там, где я покажу, как сделать такого медведя. Он очень прикольный, ребята. Он такой, знаете, на ощупь, такой, как репейник, точно. Вот, такой вот, как губка, вот. И здесь я ему прицепила сердечко. И глазки прикольные. Мишные. Носик такой вот. И какое-то штукое под носом. Не знаю, что это. Вот. В общем, нормально получилось. Я результатом реально довольна. А теперь насчет видео, ребят, вы, наверное, заметили, если вы уже смотрели видео. Сегодня оно вышло в районе 3 часов, по-моему. Я показывала обзор на... Сейчас я вам покажу минутку. Вот на эту штуку, вот, я показывала на обзор. И потом я говорила, то, что два предмета покажу. Показала один, ребят, у меня просто начала очень сильно садиться зарядка. У меня оставалось 1%. Я говорю, ну, я, короче, сняла на обзор на один, как бы. Один. Короче. И потом начала в комментариях писать то, что типа в следующем видео вы увиди. А дальше у меня вырубился телефон. Поздравляю, ребят! А оно, когда я уже включила телефон, потом, когда уже зарядился он, там оно просто смотрю в Ютубе, как бы на своем канале, и там просто это видео, и в комментариях написано все то, что я успела написать, ребят. Ну, это вообще. Вот. Короче, вот так вот. Я пыталась написать, а в следующем видео вы увидите, как я покажу обзор вот на эту машинку. И придется мне, видимо, сейчас показывать обзорчик. Я покажу, ребят, хорошо, я понимаю, все прекрасно. Мне кажется, из вас, кто видеоблогер, наверняка были такие ситуации. Ну ладно, давайте приступим к обзору. Итак, давайте посмотрим нашу машинку. Машинка у нас вот такая вот прикольненькая получилась.
Здесь такая вот, как бы сказать, платформа 8 на 4. Здесь открывается крыша, и здесь одно сиденье, только одно сиденье. И один руль. Вот, прозрачное стекло и черная такая вот крыша машины. Дальше у нас открывается багажник. Вот так. Вот так вот. И туда можно что-нибудь положить. Я туда положила сумочки. Так вот он закрывается. Вот эта ручка. Открываем, закрываем, открываем, закрываем, открываем. И закрываем. Так, дальше у нас есть фары здесь. Такие прикольные. И вот такой вот гладкая пластинка 4 на 1. Вот. С этой стороны у нас такой вот, я не знаю, бампер он, по-моему, называется. Также фары и название нумерации машины. Вот. Ну, прикольная машинка. Мне она очень нравится. Я результатом довольна. И, в общем, такой вот обзорчик у нас с вами получился. Итак, ребята, еще раз вам напоминаю. Много-много лайков. Сколько я сказала? Правильно, можете отмотать назад, посмотреть, сколько я там сказала лайков. И я уже говорила обзорчик на вот этого медведя. И показываю, как его собрать. Кстати, ребята, у меня осталось еще куча. Блин, я ее слепила в одну кучу. Короче, осталась куча вот этих репейничков. Я могу из них что-нибудь собрать. Если вы за эту идею, лайк и комментарий, что хотите, или что-нибудь там напишите. Вот, в общем, очень много репейников. Бумс. Бумс, зара мой. Вот. Ну ладно, ребятки, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И увидимся в следующих роликах. Пока! Смотрите. Пока, ребята.